мяч не обработал. Майкон, опасный момент, удар и гол! Бразилец Майкон ставит жирную точку. В этом матче очень похожий гол, ну, несколько похожий гол забивает Майкон, как он это сделал, например, в Махачкале. Там была похожая ситуация, тоже головой пробил Майкон, тоже гол стал решающим в концовке. Ну, а здесь, что здесь случилось? Это Денисов, удар вперед, не было офсайда у Майкона. Мяч в итоге всех перелетел, вратарь остался на линии. И в итоге была, по сути, идеальная ситуация у Майкона для взятия ворот. Он это и сделал. Он сумел головой мяч отправить в дальний угол. И, соответственно, тут же после гола...